Здравствуйте! Это пятница, день, когда отстаивать свои границы нужно аккуратно. Сегодня нельзя сжигать мосты. Проявлять категоричность, идти на принципы не нужно. Лучше постарайтесь найти компромисс. А еще сегодня желательно завершить все начатые в начале недели дела. А важные дела планируйте после обеда. Удачная пятница для офисной работы, для творчества, для свиданий. Но не для того, чтобы лихачить на дороге. Берегите себя и до встречи!